Всем привет! Я дьявол. Я серьезно. Возможно, вы представляли меня другим, но перед вами самый настоящий князь тьмы, повелитель преисподней. Я покинул ад и теперь живу среди вас, в самом прекрасном городе мира, в Москве. Мне здесь очень нравится. Здравствуй, дьявол. Не ожидал тебя здесь увидеть. Пора возвращаться в ад. Ты же знаешь, тебе здесь не место. Я сам решу, что мне делать. Я все равно верну тебя в преисподнюю. Хочешь ты этого или нет? Посмотрим. Зачем ты здесь? Я устал от ада. Там очень скучно и мрачно. Я провел в заточении целую вечность. Думаю, я заслужил отдых. Ты ведь знаешь правила. Дьявол не может находиться за пределами ада. У преисподней должен быть король. Демоны без твоего контроля могут вырваться на волю. Тогда мир ждут жуткие последствия. Не переживай. Никуда они не денутся. Что с тобой? Кто это? Местная знаменитость. Очень популярная актриса. Я хочу, чтобы она была моей. Похоже, дьявол влюбился. Иди, познакомься. Так сразу? Надо подготовиться. Впервые вижу тебя нерешительно. Наверное, стареешь. У меня есть предложение. Давай заключим сделку. Если ты ее очаруешь, то останешься здесь и проведешь с ней всю ее земную жизнь. Если она тебе откажет, то ты вернешься в ад. Ты сам себе противоречишь. Но я согласен. По рукам.